Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Так, так. Прямо, прямо, прямо. Наліво, наліво, наліво. Так, що нам ще потрібно? Так, слухай, Віка. Ми дачу купили? Купили. Ми її купили з землею? З землею. Так, а на що ми цю землю беремо? Саня, це не земля. Це торфяний субстрат з біогумусом. І з нею земля буде більш родючою і корисною для рослин. Так, а чого ми не можемо сажати в нашу землю? А? Ну, чому? Не можемо? Можемо, просто вона кисла. Ти що, її їла? Ні, не їла. Просто я в рослинах бачу, що в неї не той pH. Ми просто додамо цього біогумуса і буде все нормально. Біогумуса? Так. О, у мене біогумуса вистачає, я додам. Я не про твій біогумус. А. Я про цей. Ми додамо, і вони почнуть рости гарно. А може почекаємо, поки воно там само підніметься, а? Ну, ти так і про ліжко казав, але нічого не піднялося. Тож, тепер ми взяли землю, тепер треба щось таке, що в цю землю саджати. Що й саджати? Звичайно. Та у нас там отакі ні кущі ростуть. Та то бур'ян! І що? Що, що? От, до речі, щоб на цьому тижні ти його прибрав взагалі, зрозумів? Бо там треба посадити щось корисне. Це корисний бур'ян. Чим? Він нам туалет сусідський закриває. От щоб до неділі його там не було. Віка, я не можу знести чужий туалет. Я про бур'ян, Саша. Ай. А ще треба по периметру посадити туї. На туя. Ну, щоб не бачити оці недоробки від сусідів, їхні дачі. Ну, добре, добре. Скільки там цих туй треба? Ну, треба через кожні 50 сантиметрів десь 50 туй. Так, 50 туй по 1500 гривень. Та це до туя, ти що? На туя нам скільки туй? Ну, щоб це була така, знаєш, завіса, щоб ми могли ходити голі, як цієї суботи. То ви з мамою голі ходите, а я ходити по участку не можу голий, бо там отака кропива. А, так то воно від кропиви так тоді розбудить? Віка, що ти починаєш? Я вже зраділа. Давай, йди. Вибачте, ви когось шукаєте? Так. Теща з жінкою пішли гулять по вашому магазину, вже другий день нема. А як вони виглядають? Жінка? Так. Ну, така... така... красива. Нарядна. Ну, а теща... Та тещу взагалі можете не шукати. Це вам на рецепцію треба підійти, і вам дівчата зроблять оголошення. А я вам чимось можу допомогти? Так. Дайте мені... велику бочку. Угу. Для води? Ні, для самогону. І ще дайте тачку. Для землі? Ні, щоб мене з рибалки додому привозити. І ще дайте спальний мішок. Для походів? Ні, щоб на дворі спати, бо жінка додому не пустить. Віка! А? Я знаю, що я хочу. Туї! Я хочу таке життя, як у нього. Во-во-во-во, ще дайте мені відро. А, для того, щоб зраночку з похмілля вмиватись холодною водою. Ні, на голову надіваю, коли жінка по ній лопатою лупить. Добре, відро. О. Ось, будь ласка. А ну. Таке піде? О, то що надо. Дякую. Саня, на. Ну, тує так тує. Молодець. Так, і ще за вихідні треба повиривати і засіяти все травкою. Травкою? Травкою. А що ж, вже хіба можна травкою? Я про газонну траву. А, ще давай візьмемо цього гномика.
Так поставимо, буде так красиво. Та ну він якийсь стрьомний. Чому? Ну, у мене таке враження, що він вже накурений. Та капець, у нього якась і посмішка така стрьомна, хитра така, я б навіть сказав. І рожеві щічки такі, борода. Стопе. Так він мені на твою маму схожий. Саня! До речі, треба ще опудало на город. Так, а що, мама до нас не буде приїжджати? Саша! Ти Саша, Саша! Здрасте! Доброго дня! Ми у вас опудало купляли, у мене повернення. Вибачте, ви не у нас його купляли. Ой, зараза, переплутала. Тримайте. Так. А що з ним не так? Погано відлякує птахів? Він відлякує, але приваблює цього ірода. Я 2 години на дачі з картошкою сама мудохалась. Думаю, де він дівся? А він за пудолом бухає. Не називай Валерчика пудолом. Він мій друг. Я йому пообіцяв, що він стане моїм кумом. Зараз... Куди? Так, забирайте, будь ласка. Валерчику, прощавай. Я буду сумувати. Так, додому. Ой. А давай цього гномика замість Валерчика візьмемо. Будеш моїм кумом, а? Обережно. Так, Женя, нікого ми брати не будемо. О, ми візьмемо ось цей респіратор. Ану, ідеально, ідеально. На дачі будеш в наморднику. Заодно і бухати перестанеш. Ну все, ми купили. Молодець, давай, давай, додому. Додому швидше. Саня, Саня. Що? Так, а що ти, на газон згоден? Ну, добре, згоден. Тільки костити я його буду, як в американських фільмах. О-о-о! Тільки в труселях. О, тю! Слухай, тоді для газону нам потрібна система автополиву. На. Я не хочу так. Не хочу бігати з відром по ділянці. Я хочу відпочивати, щоб воно там само все поливало. Є така система. Дощ називається. Хоч ми тобі бубен купим, ти будеш оце. Я-га-га-га-га. Можеш навіть голо це робити. І я буду зі своїм фонтаном. Тут... До речі, а давай купимо і зробимо фонтан. Купи мені ящик пива, я тобі такий фонтан зроблю. Саня, я хочу нормальний фонтан. І взагалі, що тобі все не так і все не то? Нафіга тоді ми цю ділянку брали? Щоб лежати і відпочивати на природі. Щоб лежати і відпочивати, треба спочатку дещо зробити. Віка, якщо ми почнемо щось там робити, ми не зупинимося. Це я по своїх батьках знаю. А це взагалі не магазин, а якась секта. Треба йти звідси, я тобі кажу. Я просто хочу лягти отак під деревцем і пити холодне пиво. Якщо ти хочеш лягти під деревцем, треба посадити деревце. А якщо ти хочеш, щоб під деревцем була гойдалка, треба її купити. До речі, дивись на цю гойдалку, Сань. Що? Сідай. Ну. І що? Заплющуй очі. Про що ти мрієш? Про пиво. Ну яке пиво, Саня? Холодне. Ти маєш мріяти, як ми з тобою в цій гойдалці сидимо разом, п'ємо вино, дивимось на захід сонця. О, просто уяви собі, ну, уяви. Уяви. А що ти там посміхаєшся? Що ти там уяви? А ми п'ємо таке вино і дивимося, як твоя мама раком порпається. Дуже смішно. Ти просто заплющ очі. Ну. І уяви, ти такий підходиш до мене, сідаєш поруч, обіймаєш, отак береш мене і кажеш на вушко. Тут не можна сидіти. Налякав. Брати будете? Ні, поки на паузі. Не вирішили. Слухайте, а що тут у вас з деревами? А, ну саджанці, які є у вас? Є в нас берези.
Ні, береза. Зараз у нас в країні береза якось не феншуйно. А давай посадимо персик. Ну, у сусідки, у Маринки, в неї такі класні персики. Ну, в натурі в неї такі прям класні персики. Такі. Я про саженці. Та й саженці там нормальні, там просто... Добрий день. Добрий день. Мені потрібна червона калина. Так, посажу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодної, вип'ю і такий... Ой, у лузі червона калина похилилася. Вибачте, але калини нема. Тоді дайте мені смереку. Посажу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодної, вип'ю і такий... Ой, смереко, розкажи мені, смереко. На жаль, смереки теж нема. Дайте мені липу. Посажу її біля хати, сяду під нею, налию чарку холодної, вип'ю і такий, а липи цвітуть, духмяні, духмяні. На жаль, липи теж нема. Якщо вам все одно під яким деревом чарку випити, є береза. Що? Щоб я біля хати березу садив? Щоб я пив під березою? Вона по акції. Беру! Ну а що? Посажу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодної, вип'ю і зрубаю її нахрен бісові матері одразу! Отак! Добре. Приємно буде. Будь ласка, береза. Дякую. Гарного дня. Саня! Я придумала! Що? А можна взагалі розбити яблуневий сад? Ти тільки уяви, коли яблуні зацвітуть, такі біленькі, я в такій сукні білій, зривайте яблука. Вже уявив. Ти збираєш яблука, так. Мама робить з нього варення. Так. Я додаю дріжджі. Саня! Що? Ні, я роблю з яблук компот. А, клас, я беру компот, ставлю його на підвіконня, він починає бродити. Саша, взагалі не буде цього, будуть вишні, вишні будуть. Ой, моя улюблена вишнева настоянка. Саша, не буде ніяких фруктових дерев. Добре, будуть ялинки, лише ох, ялинки. Ох, який кум самогон робить на цих шишках. Це так, Саша. Що? Взагалі, є хоч якесь дерево, щоб ти не робив з нього алкоголь? Береза. Хоча ні, сок там можна. Ой, там такий можна зробити. Саша! Йо-моє! Доброго дня. Вам щось підказати? Мені потрібен кущ. Вам декоративний? Великий. Щоб людина така доросла могла сховатися там. Ага, зрозумів. Вам вічно зелені, квітучі чи плодово-ягідні? Ні. Вічно зелені я сам зароблю. Ага. Давайте з ягідками. Щоб не так було там сидіти, так, щоб поїсти можна було з радаром. Вам в той відділок там є. Дякую. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, а оце що? Що це таке? Це груша. Груша? Так, сорт Вікторія. Вікторія? Саня, це знак! Це знак! Давай візьмемо, а які там, ну... Плоди дуже такі великі, соковиті, такі стиглі такі. Великі плоди там. Великі? Великі. То це ж не про тебе. Є у вас вишенька, Вікторія, а? А є у вас перчик, Олександр. Такий маленький, декоративний. Я пошукаю. Ага. Доброго дня. Доброго дня. Мені потрібно той дерево бонзай. Може бонсай? Бонсай, так, бонсай. Точно. Але він такий дуже дорогий. І скільки? Ну, 1100, може. О, клас, підходить. Дайте мені 100 штук. У вас велика ділянка? Так, у мене велика, але це не для мене. Це для бомбосховища. Дякую.
Щоб люди дихали чистим повітрям, а не тим затхлим, підвальним, ну ви розумієте? Розумію. А може краще зробити у бомбосховищі вентиляцію? Вентиляцію вже зробив мій попередник. Ну, по документам. Тож я не можу. Я можу робити тільки озеленення. Це все в рамках великого проєкту, як велике садівництво. Ну, так, так. Да. Ось, будь ласка, виписую вам рахуночок на 100 бонсаїв. Ого. В касі можете оплатити. Доставку ми вам зробимо. Дякую. Так, все, відправляємо. Толік, рахунок кинув тобі, оплачуй. Слухай, що там з блакитними ялинками у нас? Купив? Що значить зелені купив? У нас по документах блакитні. Ну, тепер купляй ще 2 тонни блакитної фарби. Все, давай, давай, дякую. От зараза, Толік. Коли вже їх пересадять всіх в рамках великого садівництва? Це точно. Вибачте, накипіло просто. Так. Добрий день знову. Да, добрий день, це знов я. А що таке, вам не сподобався кущ? Ні, кущ класний, але потрібен свіжий. Тобто? Ну, тому що мене дійсно ніхто не помічав на дорозі, але всі зупинялися і чомусь дзюрили на мене. Вибачте, а ви хто взагалі? А я колись в ГАІ працював, а потім мене звільнили за те, що я з радаром в кущах сидів. От. Тому... Так, а як ви зараз сидите в кущах, якщо вас звільнили? А я дурний. Халтура. Угу. Добре. У мене для вас є дещо інше, краще, ніж кущ. Ось, вила. І куди це? В дупу. А, поняв. Так, а ще мама просила виділити їй кусочок землі в кутку. О! Що о? Оце я з задоволенням. Я навіть оградку зроблю. Що? Ти що, дурак? Чого? Це не для неї. Це для томатів. Ти ж любиш її томатний сік. Сік я люблю, її не дуже. Та це я в курсі. А ще мама просила купити отруту. Так, стоп. Ану, тихо. Сік, отрута, ділянка. Та вона мене отруїти хоче. Та що ти мелиш, дурниці? Ні, це від шкідників. Так вона мене так і називає, шкідник. Так? Зачекай, вона хотіла це насіння ще. Помідор, волове серце, чорний принц і монгольський карлік. О. Звучить, як імена і колишніх монгольських карлик. Ну, не були дурнич. До речі, мама приїде, тож ти в трусілях не ходи, будь ласочка. А? Ну, щоб не видно було твого цього миколаївського корнішончика. Я піду, подивлюсь насіння. Що це корнішончик? У мене нормальний патісон. Доброго дня. Доброго. А поставте мені, будь ласка, сюди ялиночку. Так, зараз. Ялиночку. Так. Опа. Опа. Ось, дивіться, яка красуня. Ялиночка так. Спеціально для вас. Сфоткайте мене, будь ласка. Так, будь ласка. Так. Ага. Є. Ось. Так, ну це типу я в Альпах. А так, і пальму. Пальму? Зараз. Mm-hmm. Так, пальму. Ось. Найкраща пальма для вас, будь ласка. Ось. Mm-hmm. Ого. А тут сфоткайте, типу я на Мальдивах. Давайте. Ага, будь ласка, так. Є? Чудова, гарна фотка. Так, так. О, класно, дякую. Вибачте, а для чого це вам? Розумієте, просто зараз бусю за кордон не випускають, а мені ж треба якісь фотки викладати в Інстаграм. А у вас в Інстаграмі є фото з Парижу? Ні. А у мене там в підсобці є дуже гарні фотошпалери з Ейфелевою вежею. Можу там сфоткати вас? О, ну пішли. Будь ласка, пішли. Цікаво. Так, пішли. А, жіноче щастя є, так, граблі є, так, це є, а що ще треба? Так, все, все, на, тримай. Тобто? Все, я зрозумів, що нам треба зробити. Саш! Треба продати цю дачу нафіг. Як це продати? А от так,
Купимо собі оцю гойдалку, поставимо її в квартирі, купимо собі фотошпалери, там у нас буде і туї, і газон, і палив, і качеля, і все-все-все. І головне, твоя мама до мене не приїде і не отруїть мене томатами. Все. Саня, шо? Давай хоча б цього гномика купимо. Патісончика моїм пограєшся. Все, Саня! Пішли, тобі кажу. Вікусь, да. Ну зачем тебе та грудь, а? Ну к чему она? Я вообще-то кредит на машину брал. Ты пойми, это не для меня. Это для тебя подарок на день рождения. Ты всегда говорил, что хочешь во время этого хоть за что-то подержаться. За такие деньги я готов продолжать за грелки держаться. Викусь, слушай, может, пойдем домой, а? Может, они еще вырастут? С 7-го класса не росли, а тут вдруг начнут, да? Да. Ой, что ты ржешь? Типа у тебя оно там выросло. Во-первых, не оно, а он. Прояви хоть чуточку уважения. Не, ну чуточку, конечно, можно. Ну вот твой друг, Сережка, он же сделал жене пластику носа. Че, так Сережка настоящий мужик. Сам сломал, сам отремонтировал. Ну ты тоже сравнила нос и грудь. Я тебе вообще так скажу, что хорошая грудь должна умещаться в ладошку. Ну не обе сразу в одну ладошку. Ну да. Да пойми ты, Шопенгауэр ничего не говорил о том, что его изречение каким-то образом противоречит учению Канта. Что? Не, конечно, еще Конфуций начал эту теорию. Я с тобой абсолютно согласен. Вот, Вика, смотри, вот тебе последствия пластической хирургии. Это вы о чем? О глазах или о носе? А, вы про грудь. Это моя вина. Немного перестарался. После операции нельзя слишком жать, понимаете? А, это как типа у машин, да, на обкатке. Ну да, первую 1000 надо очень осторожно. Я понял. Вика, слышь, а может тебе тоже одну сисю сделаем? А на сдачу Таврию купим. А чего? Сашка. Ты все равно на пассажирском, тебе одна нужна. Саш, ты пойми, тебе будет приятно на них смотреть. Че по ним футбол показывать, че на них смотреть-то? Да зачем тебе еще длиннее ресницы? Такое впечатление, что вы, женщины, этими ресницами в бане меряетесь. Только не надо начинать истерику. Я тоже тебя люблю. Давай не при людях, хорошо? Слышь, Викусь, Викусь, может, тебе просто лифчик с пошапом купим и... А давай ты будешь тогда пиво пить, безалкогольное. Будешь на рыбалку ходить к нам в ванную. Будешь любовью заниматься. Все, я понял. Я понял. Аккуратненько проходим. Хорошо. Хорошо. Молодой человек, я думаю, вам пора остановиться. Ну, вы же не кенгуру, чтобы на него как на хвост опираться. Кстати, хорошая идея. Идите. И шире ножки, аккуратней со швами. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Силиконовую долину. Доктор, у нас форс-мажор. Да, я понимаю, но это уже 16-я операция. Я боюсь повредить мозг. Она говорит, об этом даже не задумайтесь, все в порядке. Скажите, пожалуйста, когда мы? А вы, пожалуйста, подождите. Да сколько можно? Человек 7-го класса ждет.
Я так понимаю, вы у нас не были. Нет. С силиконом дела не имели. Нет. Как не имели? Подожди, я ж тебе силиконовый чехол на телефон дарил. Саш. Слушайте, доктор. Да. А подскажите, пожалуйста, вот как они на выходе будут выглядеть? Вот как у нее? А, нет. Как у него? Я тебе сейчас бесплатную пластику сделаю. Не, мужчин, ну вы не обижайтесь, пожалуйста. Ну, просто я плачу большие деньги, я хочу знать, что я получу в итоге. Есть вот что пощупать? Абсолютно резонный вопрос. Пощупать всегда можно, всегда О-о-о. Приятно. Вот, пожалуйста, щупайте. Вика, может, ты у мамы сегодня переночуешь, а? А скажите, пожалуйста, а вот сколько они стоят? Импланты по $500, а операция 6000. Вика, может, возьмем только импланты, а? Саш! И двусторонний скотч. Саша! Влад, давай жидкие гвозди, это наверняка. Так, перестань! Привет, ущербные. Женщина, вообще-то здесь очередь. А, нет-нет-нет, Мариночку надо пропустить, без нее работа остановится. Я не понял, это что, главный врач? Главный донор. Мариночка, пройдемте, моя конечно. Хорошая. Слушай, ну тут у них услуги, конечно, это капец. Лифтинг лица, блефопластика, подтяжка кожи лица, лазерная шлифовка лица. Нифига себе, это у вас какое-то женское СТО получается. Только ямы не хватает. Гинеколог у них в соседнем здании принимает, кстати. А, вот вы как опытный пользователь, вот можете мне сказать, как часто надо ТО делать? Что? Ну там, силикон менять, развал схождения проверять там. Ну, в принципе, зависит от водителя. Ну, лично я делаю ТО раз в 10 тысяч раз. Ага. Так, если это у нас раз в неделю... Вика, так она нам до 2073 года хватит. Извините, пожалуйста, а расскажите, как это после 16 операций, а? Я вообще-то к вам, девушка, обращаюсь. Вы меня слышите вообще? Слышит, просто она сейчас спит. Как, с открытыми глазами? Да, она, когда пытается закрыть глаза, у нее сзади что-то стрёмно трещит так. Ого. Слышь, Викусь, да. А может, мы тебя просто накрасим, подстрижем там и все? Это очень заметно будет, вот все эти изменения. Ну, Сашка, ну вот, например, ты свою дачу любишь? Люблю, конечно. Но ты же сделал ей евроремонт. Ну да. Вот и я хочу евроремонт. А, Вик, так это тебе не с фасада, это тебе с чердака начинать надо. Ну, я хочу быть привлекательной, понимаешь? Ну, Викусь, ну вот как тебе объяснить? Вот смотри, вот допустим, я покупаю Таврию. Ага. Я же не покупаю на нее бампер от Мерседеса. Почему? Да потому что Таврия здесь Таврия, она Таврия останется, понимаешь? Ну, я хочу быть сексуальной. Ой. Вот как-то и хочется, и колется. Я прошу прощения, что встреваю, но если есть сомнения, лучше остановиться сразу, иначе потом затягивает. Вы знаете, я как-то уже им имена даже придумал. Зита и Гита. Ой, Сашка, а давай мы заодно твоего Мэтху на чакраборте увеличим. Так. Силикон, это круто! Ага. Вы не обращайте внимания, она иногда во сне разговаривает, да? Ага. Мариночка, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Да, проходите и идите в Макдональдс, восстанавливайтесь. Чуть-чуть. Ну-с, кто у нас следующий? Я следующий! Доктор! Я по скорой. Простите, а что такого срочного? У вас нос, уши? У меня, собственно говоря,
комплексный заказ. А, ну тогда рассказывайте. Рассказывайте, тут надо смотреть. Значит, товарищи, если у кого есть крестик, лучше наружу. И Библию возьмите в руки. Ну все, готовы? Да чем вы можете нас испугать? Натусечка, ласточка, заходи. Вот она, моя сладкая. Вот он мой. Гормональный сбой пошел, а? Натуся! Она у меня просто плохо видит, понимаете? Натуся! Здесь смотрит. Она еще плохо слышит у меня, понимаете? Надо на мясо, на запах, да. Идем на запах, ласточка! На запах идем, отлично! Прекрасно, прячем мясо. Боже, доктор, какая значит... ты у меня красивая! Вика, да ты у меня вообще фотомодель. Доктор, надо что-то решать. Я начинаю трезветь. Ну, я смотрю, глазки большие. Это просто стринги очень жмут сегодня. Мужик, мужик, да. А что ты ее просто не бросишь? Бросишь? Что? Бросишь ее? Мою секулечку. Мою усечку, мою ласточку. Да бросить ее! Это же расстроить ее отца. 56-е место в Форбсе. 3 миллиарда в год доход. Да. Это ж надо так деньги любить. Сережа со мной не из-за денег! Сережа со мной по любви! Да? Ротик закрой пока. А то здесь не проветривается помещение. Я прошу прощения. Да. А что вы хотите поменять? В ней? Ну что, в ней ничего. Я уже пробовал. Через месяц все возвращается. Поэтому вы лучше мне. Натяните глаза на... Для начала на затылок давайте. Чтобы как-то взгляд на жизнь был более, так сказать, хорош. Радостнее смотрелось. Но, может, все-таки мы поработаем с супругой? Я, правда, даже не знаю, с чего начать. Сережа, поцелуй меня! Ты моя сладкая. А, губки накрасили. Помаду жрала просто. Не углядела. Слушайте, а вы не можете сделать, чтобы меня просто парализовало по пояс прямо? Нижнюю часть, понимаете, чтобы хоть оправдание было какое-то. Понимаю. Давайте пройдемте на анализы. На анализы? Анализы! Анализы! Анализы она любит. Пойдем, тебе там целый горшок анализов дадут. Кто? Пошли, моя сладкая. Анализы! Пошли, хорошая. Хорошо, что ты все это время спала. Доктор, так а нам куда? Да, вы идите в 10-й кабинет, будем оформлять возврат. Пойдем, пойдем, пойдем осторожно. Вы меня надолго с ней не оставляйте, прошу вас. Эй, секундочку, я иду. Господи, я не хочу туда. О, Господи. Вика. Слушай, пойдем домой, а? Я же тебя полюбил... Такую, как ты есть. Такую плоскую. Утонченную. Такую коротконогую. Миниатюрную. Такую дурочку с переулочка. Да, тут не поспоришь, конечно. Саш. Ну, Викусь, ну ты ж понимаешь, что грудь — это не самое важное в жизни. Да. Большие сиси я уже и у соседки потрогать могу, это ж... Саша! Какая соседка! Доброго вечора, ми з Дизель Шоу. Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти Дизель Шоу на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у МЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як хаймерси, жарти,
та запальні, як Storm Shadow, зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку. Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте, патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти «Дизель-шоу» у Києві. «Дизель-шоу». Так, давай, Вікусь, быстрее. У нас на каждый магазин по 4 секунды. Все, быстренько глянули, побежали дальше. Саш, ну я не могу так смотреть. Мне нормально пройтись по магазинам. Ну что, я виноват, что парковка только первые 15 минут бесплатно. Саша, заплачу я за твою парковку. Да, я повыбираю что-нибудь себе, посмотрю. О, не-не-не, мы отсюда сразу идем. Все, пойдем, пойдем. Почему? Пойдем. Если в названии магазина есть итальянская фамилия, там, Боттичелли, Моттичелли, тут цены тут по-любому охренели. Добрый день, я могу вам чем-то помочь? Да, подскажите, пожалуйста, а где здесь парковочка? Саша, мы хотели бы посмотреть обувь, можно? Конечно, проходите, пожалуйста. Стоп. Я надеюсь, это у вас бесплатно? Да, конечно, это бесплатно. Да, прикольный магазинчик. Да. О, ничего себе! У вас даже эти рыбацкие сапоги продаются. Сашка, это ботфорты. Кстати, это новая коллекция «Осень-зима». Да. Да? Да. Слушай, а есть у вас такая коллекция, чтоб «Осень-зима, лето-весна»? «Осень-зима, лето-весна». Осень-зима, лето-весна. И так сезонов 6 хотя бы. Вы знаете, такой обуви не бывает. Видал? С 91-го года ношу. Союз развалился, они еще держатся. О, сила! Скажите, пожалуйста, а можно их померять? Стоп, тихо. Что значит померять? Ты сказала, посмотрим и пойдем. Саша, мы так в ликероводочный будем приходить. Посмотрим и пойдем. Блин, знаешь, почем ударить. Ладно, давай, меряй. Вы знаете, есть точно такая же моделька, но из натуральной змеиной кожи. Ух ты. Да. Викуся, это я нам с тобой сейчас бизнес из твоей мамы придумал. Сейчас вообще куплю, не меряя. Ладно, все, меряй. О, боже. О, боже, какой кайф! Я так понимаю, второй нести, да? Стоп, подождите, куда второй? Пусть после первого перекурит. Сашка, ты не понимаешь, какая приятная кожа, как мне удобно! Несите второй! Ты давай, это, впечатлений набирайся, хотя бы на неделю. Да, прикольные. Вот и я говорю, прикольные. Давай купим, может, они не такие прямо и дорогие. Недорогие. Там 5 цифр. Так это, наверное, артикул. 505-00. Знаете, не могу коробку найти, нужно артикул посмотреть. 505-00. Нет, 505-00 это цена. 50 500. Вижу такую радость на ваших лицах. Да, у нас на эту модель скидка. Да. Это в чем? В национальной валюте. А вы, простите, какой национальности? В гривнах. А, в гривнах это... Вы переводите, пытаетесь перевести в доллары, да? Не, в жизни перевожу. Это сколько мне жизни надо работать, чтобы эти сапоги купить? Это... Скажите, пожалуйста, а может быть, есть какая-то на них дополнительная скидочка? Да, такая, чтобы 99,9%. Ну, конечно, есть. Да? Да, обычно она в конце зимы. О, так Викусь, в конце зимы и придем. Что тут той зимы осталось? Октябрь месяц, ё-моё. Сашка, я и так прошлую зиму проходила в балетках на шерстяной носок. Ну, и нормально. Всего лишь 15 раз болела. Ну, пожалуйста, ну давай купим, Сашка. Ну, блин. Такие классные. Ладно. Скажите, так что я, может, все-таки второй вам принесу? Давайте второй пока не несите. Кстати, сигнализация на них установлена? Зачем?
Ну как? Они же дороже, чем евробляха стоят. Их же угнать могут. Нет, но у нас на все модели есть гарантийный срок. В течение 14 дней, если вдруг что-то не так, вы можете вернуть обратно. Идите, идите. Угу. Слушай, это ж клевая идея. Смотри, мы сейчас их возьмем, да. Через 14 дней вернем. Возьмем новые, опять 14 дней и вернем. Так 6-7 раз, и ты всю зиму в новых сапогах отходишь. Сашка, ну я так хочу такие сапоги. Ну посмотри, какие они классные. Блин. Что ты делаешь? Да если они столько стоят, тут отсюда по-любому деньги должны высыпаться. Саша! А может, с ним Wi-Fi подключен? Окей, каблук. Окей, подошва. Ну, Саш, ну перестань, ну что ты делаешь? Ну, блин, они хотя бы погоду должны за такие деньги предсказывать. Ну, давай тогда ты мне купишь эти сапоги, а больше мне в этом году ничего дарить не надо. Так, давай так, я куплю тебе эти сапоги, и больше в этой жизни ничего дарить не буду. Следующий, да, подумаем. Ладно, жлоб, снимаю. О, нормально. Сашка, я застряла. Ты чё, вообще меня за дурачка считали? Или что? Второй раз, Вика, это не прокатит. В прошлый раз ты в шубе застряла. 3 дня в магазине сидела, я тебя судочки носил. Сашка, ну я сейчас правда... Сапог. Я правда не могу снять, ну попробуй. Так, а ну дай сюда. Спокойно. Аккуратно, Саша. Сейчас, секунду. Что ж такое? Так, сейчас, секунду. Так, подожди, смотри, сейчас. Яна, бабенка уже за сапожки расплачивается. Вы все неправильно поняли. Сейчас, подожди, Вика, сейчас. А ты меня заставляешь ждать до дома. Может, зайдем в кабинку для переодевания и... Буся, какие красивые сапожки. А? Да зачем тебе еще одни? Я уже 20 пар тебе купил. Мне иногда кажется, что ты сороконожка. На самом деле, хочу заметить, что это новая модель. Здесь острый носочек и каблучок 8 сантиметров. Да. О, видал? Буся, смотри, прям как у тебя. Яна, ты сейчас зачем про мои 8 сантиметров всем рассказала? Буся, я про острый носочек, как у тебя на туфлях. Сашка, предупреждать Сашка, надо. Сашка, Сашка, ну пожалуйста, ну купи мне эти сапоги, ну мне они так нравятся. На, звони тогда сыну. Говори, чтобы он сегодня хорошенько, плотненько покушал. Зачем? Потому что если я куплю тебе эти сапоги, неизвестно вообще, когда он поест в следующий раз. Так. Давай быстренько становись на голову. Я тебя подниму сейчас, Саша! Так, вот, чтоб да кровь, что ты... кровь отошла. Ты соображать лучше начнешь, Саша! И сапоги слезут. Боже, какая некрасивая женщина. Вы что там, охренели все? А вы внизу. Я внизу, я вверху. Я хочу эти сапоги, Буся. Слышь, человек, ну-ка дай нам такие же. Вы знаете, к сожалению, это последняя пара. Но если девушка не будет брать, то... Нет, мы еще думаем! Думаем мы еще! Плачу 2 цены. Я сейчас посмотрю, обязательно посмотрю. Секундочку. Сейчас, Вика, секунду. Извините. Слушай, мужик, зачем нам эти посредники вообще нужны, а? Давай так. Я тебе вот эти шикарные сапоги продаю за 75 тысяч. За 75. Давай. Викуся, снимай. Я не могу снять, Саша! Слушай, если еще 5 докинешь, можешь прям с ней забирать. Саша, ну ты что, вообще обалдел? Давай. Что ты, дорогу домой не знаешь, что ли? Саша! Давай. Сейчас. Давай, снимай. Я не могу снять, я же говорю. Блин. Не снимается он. Сейчас, мужчина, спокойно, не нервничаем. У меня в машине есть ножик, сейчас я принесу. Саша, тебе не разрешать резать сапог. А кто сказал, что я сапог буду резать? Саша. Ну, Викусь, на одной ноге-то оно лучше, одну обувь покупать надо. Ты что, дурак, что ли? Ладно. Сейчас, подождите, сейчас я ее смотивирую. Быстрее, сейчас. Пожалуйста. Тихо. Присядь, Викусь. Вот давай себе представим такую ситуацию. Угу. Вот, допустим, пришла ты куда-то на мероприятие. Да. И на это же мероприятие приходит подружка твоя, Светка. Ага. В точно таких сапогах.
ты чего? Светке муж купил сапоги, а мне нет! Ну, я на тебя всю молодость потратила, я же замуж за тебя вышла, я кушать тебе готовлю, ну, я тебя убираю, ну, ладно, 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 Викуська, ладно, все, хорошо, ну не могу я это терпеть, это. Куплю я тебе эти сапоги. Извини, мужик. Правда? Да. А где ж ты такие деньжища-то возьмешь? Ну просто, понимаешь, Викусь, с самого первого дня нашей свадьбы я каждый день откладывал по одной гривне. И насобирал довольно приличную сумму. Поэтому я хочу, чтобы исполнилась твоя мечта. Я хочу отвезти тебя в Париж. Ой. Чтобы ты посмотрела на Эйфелеву башню, погуляла по Елисейским полям, жабу наконец-то съела. Боже, какой ты у меня романтик, Сашка. Да. Все, а ну его в баню, эти сапоги. Поехали в Париж. Держите, девушка. Вот. Я не понял, ты что, меня обманула? Че обманула? Просто хотела сапоги. Капец! Я, значит, тут ее через 5 лет планировал в Париж отвезти, а она мне так... Что значит через 5 лет, Саша? Это вообще... Ты же мне сказал, что ты уже нас собирал. Вася, мы теперь можем купить эти сапоги. Ты знаешь, Яна, я долго собирал. И хочу отвезти тебя в Париж. Да, именно в этих сапогах я и полечу. Спасибо, Буся. Блин, почему у этого мужика получается, у меня нет? Дизель-шоу. Слухай, ну круто тут. Так, мух. Ага. Я б тут жив, ты знаешь. А шо, прикольно, диван є, телек є. О, закусь до пива. Це котячий корм. Ні, я серйозно. Прикольне місце таке. Краще навіть, ніж наша поліклініка. Слухай, а давай поміняємо нашого сімейного врача на ветеринара. А шо? Тут диви, чистенько, красиво. Нема цих бабусь, які сидять тут. Куди прийш без черги, козел? Соня, ну це спеціалізована клініка для тварин. Хоча тебе тут теж прийняли б. Це тому, що я норовливий жеребець. Тому що ти впертий осел. Слухай, а ти впевнена, що наш хом'як така елітна тварина, щоб тут лікуватися, а? Так. Тут, мабуть, ціни капець. А ну. Що? Ти що? Віка, 600 гривень прийом лікаря? Ніфіга собі! От я тобі не хотіла говорити, бо знала, що ти не погодишся. Так я і зараз не згоден. 600 гривень. Ми його за 300 брали. Давай краще 2 нових купимо, чим цього старого лікувати. Ми будемо лікувати вжика, бо Кірочка до нього прив'язалася. Слухай, а ми його з гарантією брали чи ні? Вжик не чайник, а хом'як. Він жива істота. О, так якщо він жива істота, давай відпустимо його. Нехай травку там пожує і все, і вилікується. Ну як ми потім його знайдемо? Ти що, взагалі не було домашніх тварин? Була. Молодший брат. Ясно. Ні, ну серйозно, слухай. Давай собі його вилікуємо. Як? Загорнемо його в листя подорожника. Залишимо до ранку. Зранку або він здоровий, або у нас на обід буде голубець. Ні, ми будемо лікувати вжика тут і крапка. Та це капець якийсь. Це мені самому доведеться, як отой хам'як в колесі 24 години на добу бігати, щоб лікувати його. Будеш! Вжик, він член нашої родини. Чуєш ти, член нашої родини? Давай тоді скидайся на комуналку. Чи хоча б сміття винось. Ти коли останнього разу це робив? Я не сміттю. Не смітті. Добрий день. Ой. Ви крайні. Добрий день. Ви крайні. Так, ми... Так, ми. Ну все, досить. Ну все, досить. А це дратує. А це дратує.
чарує. Задовбав. Сам задовбав. Ви прийшли йому трохи язика вкоротити? Та ні, ну я думав, може якесь успокоїтельне чи ще щось. Ой, а не знаєте, що справді язика можна трохи? Та якби можна було б, я б сюди те, що привів. Даня! А я б дружину лялякає, хрін заткнеш. І уявіть собі, він все, що вона каже, повторює. А це ж це вдвічі більше безтолкової інформації. Любий, приходь сьогодні. Мій папугу до відкліники понесе. Не поняв. Так, я додому. Якщо будуть питати, я за вами. А ви точно повернетесь? І не один. Відчуваю, сьогодні одного кобеля будуть каструвати. Каструвати! Каструвати! Кого? Бачила? Оце корисна тваринка. А з цього що? Їсть і спить, їсть і спить, їсть ти і спить. Ти робиш те саме, але я з тобою живу. Якось, ну от яка з нього користь? От якби ми там бабцю якусь доглядали, це прикольно, вона переписала нас квартиру. А з цього що? Купа какашок. Ну, до речі, можливо, доведеться його аналізи здавати. Аналізи ще здавати? Так. Да. 700 гривень? Ти що, з глузду з'їхала? УЗІ! 1500! УЗІ, хом'яку! Це мені кредит в банку брати, чи що, щоб його лікувати? Треба буде, візьмеш. А якщо в нього нирка відмовить, що мені її? Свою давати? Нащо? Якщо тобі не шкода вжика, подумай про Кірочку. Знаєш, як вона засмутиться, якщо дізнається, що вжик помер. А давай ми не будемо їй правду казати. Скажемо, що він не помер, а перейшов на онлайн. Я наші з тобою заняття коханням переведу на онлайн. Капець. І за тебе інтимне життя в мене ламається. Та що ти починаєш? Що ти бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу? Сам же кажеш завжди, ой, на що ми його купили, на що він нам потрібен. А коли приходиш на підпитку, до нього лізеш цілуватися. Я? Та ніколи такого не було. Було! Кірочка зняла це на відео. До речі, це відео набрало аж 4 мільйони в тіктоці. 4 мільйони людей бачили, як я хом'яка цілую? Так. Блин. Давайте, давайте. Буся, обережно. Обережно, Буся. Лікарю. Так. А воно заживе? А буде як новеньке, не переживайте. А відросте? Ні. Лікарю, велике вам дякуємо. Вам також не забудьте свого кролика. Убери його на... Бубончику, ти що, до татка хочеш? До татка! Убери його! Ще раз ти його візьмеш у ліжко, я його пристрелю. Убери його. До побачення. До побачення. До побачення. Я вибачаюсь, це ви кролика чи хазяїна лікували? Ні, я кролику зуби розжимав. Ну, просто ця парочка вирішила зайнятися коханням, а не помітила, як в ліжко застрибнув кролик. А, то вони стрибнули і придавили його там, так? Ні, кролик подумав, о, морква! У кроликів дуже гарна фантазія. Так, добре, що у вас? У нас ось, хом'ячок захворів. Так. Тільки, лікарю, у мене прохання до вас. А можна так на око поставити діагноз, ну, щоб не здавати аналізи? Ну, добре, давайте спробуємо. Які симптоми? Ну, зранку він такий малорухливий, нічого не робить. Ай, почекай. Лікарю, дякую. Чуєш, я знаю, що в нього. Сьогодні який день? Субота. А ти пам'ятаєш, кого ми його брали? У дяді Мойші. Тобто в нього зараз шабат. Таня, як у нього не шабат? Ще якісь симптоми є? Так, багато п'є водички. О, я зрозумів. Ну, все ж ясно. Ну, він кволий?
малорухливий, хоче пити водички. В нього бадун. Саня! Так, скажіть, будь ласка, можливо, в нього просто стрес. Таке теж може бути. Та який в нього може бути стрес? Він що, на роботу ходить? Чи телеграм-канали читає? Чи Арестовича дивиться? Ну, який в нього стрес? Ви знаєте, іноді стрес з'являється, коли з'являється поруч щось нове. А-а-а, я зрозумів, Віка. Це ж мама твоя приїхала. А він її ідентифікує як хижака. Ну, прикинь, зміюка з ногами. От я мамі скажу, вона по твою душу теж приїде. Але давайте все ж таки зробимо аналізи, я швиденько повернусь. Блін, ну от 700 гривень пішло. Ну, 700 гривень пішло. Саня! Доброго дня, а лікар на місці? Так, тільки він зараз лікує нашого хом'ячка. Я вибачаюсь, а що з його хом'ячком? Ні, пухнастого, тваринку. А. Добре, я тоді зайду пізніше. А що ви хотіли? Хотіла подякувати за лайфхак. Джек, до мене! За те, що він порекомендував мені ось це йому надягнути. Юлечка, будь ласочка, я вже це місяць ношу. Можна ми вже знімемо? Я більш ніколи, ніколи не буду робити цього. Ні, носи. Наступного разу 20 разів перед тим подумаєш, як на іншу жінку подивитись. Ого, а ваша дружина дуже ревнива. Яка дружина? Ми не одружені. Він взагалі на випробувальному терміні. Женічка, а ти б мені подякував, що я тобі цей комір одягнула, а не каструвала. Саня, Саня, давай тобі таку штуку по п'ятницям будемо вдягати, щоб ти не лакав. Ой, сильно я там лакаю. Ну, сильно, не сильно, але приходиш на чотирьох лапках. Знаєте, ми вже пробували. Це не допомагає, да, Женічка? Краще намордник, да, Женічка? Можу позичити. Де, що почалося, ну? Опа, а ваш ще гавкає, да? Краще дивіться, як я свого видресирувала. Джек, сидіти, лежати, кохати. Фу! Голос! Їжу приготував, хату прибрав, готов у ліжко. Ну, молодець. На случку кроком руш! Хач! Карусь! Що ти, хлоп? О, ти що, лікарю? Я. Без немає шапки. В мене для вас дві новини. А, я зрозумів. Це погано і хороше. Якщо що, лікар, якщо він помер, то це не погана новина. Ні, справа в тому, що ваш вжик не мужик. Як? Це не я. Ні, ну, він не хомяк, це хом'ячиха. І вона вагітна. Як? Це не я! І погано їй було, тому що в неї почалися пологи. Що, у нас будуть тепер два хом'ячки? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, двох хом'яків я не потягну. Ні. А чому два? Вона народила 12. Скільки? Вітаю. Запихуйте їх назад! Саня! Ну, Віка, ну 12 хом'яків, це капець! Ну я з глузду з'їв! Ні, це так, прикольно! Тихо! Це... Обирай або я, або ці хом'яки! Хом'яки? Тобі, Віка! Що? Блін, ну так а не що? Можна! Ти мама! Багато їж! Мама, тато, вас ні на одну хвилинку залишити не можна! Ви одразу починаєте сваритись! Донечко, а як ти нас знайшла? Мені бабуся передала, що ви до ветклініки пішли. Сказала, або татові щось відрізати, або вжику погано. Вона не знає. Це бабусі треба щось відрізати. Таня. Так що із вжиком? Йому погано. Донечко, як тобі пояснити? Розумієш, вжик, він виявився жіночкою. А вона виявилася вагітною. І виявилося, що вона народила аж 12 хом'ячків. Серйозно? Так! Да! Тепер доведеться відро шукати. Саня! Тато не хоче їх з собою брати, тому що він каже, у нього немає грошей, щоб їх лікувати, якщо що. Ну. Так у мене є. Звідки? Ти що, в дивані знайшла мою заначку? Ой, дурак!
Ні, тато, у мене просто є свій TikTok-аккаунт, і на ньому десь вже 1 мільйон підписників. І тепер цей аккаунт приносить мені по $500 у місяць. Тихо-тихо. Скільки? 500. 5-2-0. 500 баксів у місяць? Так. О, так. Це... Чекай, це 12 хом'яків, та це 6500 баксів у місяць? Ніфіга собі! Я вибачаю, сталася що? Помилка. Вона продовжує народжувати. Так, вже 73. І половина з тих, що народилося, вже вагітна. Так, 73 на 500. Та йо-моё! То я мільйонер, ніфіга собі! Так, забирайте хом'яків, давайте! І бігом, знімати тік-ток! Бігом, погнали! Скільки грошей! Йо-моё! Дизель-шоу. Доброго вечора, ми з Дизель-шоу. Козаки та козачки, приходьте на нові патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Чекаємо на вас 13, 14 та 15 жовтня у НЦКМ «Жовтневий». Приходьте та відчуйте бойовий гумор. Влучні, як хаймерси, жарти та запальні, як Storm Shadow, зіркові гості. Продовжуємо разом тримати гумористичний фронт та допомагати нашим силам оборони. Разом допоможемо захисникам нашої незалежності. Нехай наші герої відчують вашу підтримку. Перетворимо жарти на донати, бо сміх подовжує життя, а донати наближають нашу перемогу. Приходьте, патріотичний гумор та безпеку гарантуємо. Не втомлюємось допомагати нашим героям, бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. 13, 14 та 15 жовтня. Нові концерти Дизель-шоу у Києві. Дизель-шоу. Ой, Сашка, ми просто посмотрим і все. Ага, іменно після цієї фрази ми тобі сапоги купили. Та чого ти волнуєшся, тут обуви нет. Я просто одним глазком взгляну и все. Викуся, Куся, ты вот туда вот глянь, смотри, вон в магазине напротив скидки 90%. Я на это больше не поведусь. И тем более тут тоже скидочки есть, ага. Ты чувствуешь, дымом как-то пахнет? Дымом? Пожар? Пожар! Эвакуация, уходим! Саша, прекрати себя вести, как в магазине шуб. Я просто хочу машинку и все. Тем более ты мне обещал. Ну... Если обещал, то купим. Ты какую хочешь, Зануси или Аристон? А какая лучше? Ну как, там горизонтальная, там вертикальная загрузка, там 800 оборотов, там 1200. Я не хочу стиральную! Я хочу нормальную машину! Вика, ну ты пойми, это же не супермаркет. Я не могу просто так зайти и купить тебе машину. А ты не просто так, а мне на день рождения. У тебя же уже был. Ну еще будет. Ты думаешь? Вика, смотри, давай вот так сделаем. Не такую машинку купим, а для начала просто игрушечную. Вот и любовью будешь заниматься с игрушечной женщиной, понял? Вика, ну ты умеешь, конечно, убеждать. Ладно, хорошо. Машина — это неплохо, но у тебя же прав нету. У меня есть права. Я закончила курсы вождения, и кроме всех дорожных знаков, я знаю все сигналы регулировщика, требования к велосипедистам, правила перевозки крупногабаритных грузов, эксплуатацию транспортных составов и как правильно двигаться в колонне с гужевыми повозками. Еще я знаю, как проверять состояние тормозных колодок, суммарный люфт в рулевом управлении и как правильно менять и вулканизировать резину в полевых условиях. Откуда? Когда? Ну, помнишь, я говорила, что я хожу на курсы кройки и шитья. Но... Я тебя обманула! Я ходила на вождение. Господи, как обидно осознавать, что столько лет семейной жизни построены на лжи.
Воды, воды. Так, Саша, успокойся. Тебе недавно в очереди за симуляцией коронавируса нормально пендаля дали. Ну реально, ну зачем тебе именно такая машина? Давай начнем с чего-нибудь попроще. Купим тебе там, о, электровелосипед. Ты знаешь, сколько стоит электровелосипед? 5000 евро. Тогда давай купим тебе насос от электровелосипеда. А ты там уже поймешь, твое это или не твое. Ну, я не хочу велосипед. Я хочу ездить на машинке. Да блин, вообще вопросов ноль. Вот, пожалуйста, приложение в телефоне есть. Вот, смотри, обозначаешь свою точку и обозначаешь, куда ехать. Машинка приезжает, забирает тебя. Все. Я бы ввела куда-нибудь. Только кто-то мне обещает давным-давно купить уже смартфон. В кнопочном не получается. Ну ладно. Все, ну. Ладно. Купим. Машинку. Телефон. Да. Саша, ну что ты начинаешь? Ты мне сам сказал. Родишь мне сына, я тебе подарю машину. Так это было на первом свидании. Как я тебя по-другому еще на секс мог развести? Ладно, в первый раз. Но второй-то раз ты сказал, когда я была уже беременная. Ну так правильно, ты потом родила ребенка. Мы купили ему там всякие пеленки, подгузники, коляску с колесами. А потом ты сказал, что купишь, когда он пойдет в школу. Я от своих слов не отказываюсь. Так он уже в выпускном классе. Господи, как быстро растут чужие дети. Саша! Нет, я не в том смысле. Я говорю, ты машину для чего берешь? Для того, чтобы малого в школу возить, правильно? Ему год всего осталось учиться, ничего страшного. Год на маршрутке на троечку помотается с оболони. Знаешь что, Саша? Что? Ты обманщик. Я не обманщик. Короче, давай так, смотри. Родишь мне второго сына, именно сына, я покупаю тебе сразу же машину с автоматической коробкой передач. О! А давай вот так. Если ты мне сегодня не купишь машину, то я твой рычаг твоей автоматической коробки передач сегодня ночью поломаю. Вика, Вика, ну ты пойми, ну у нас уже есть машина, мы две просто физически не потянем. Да это не машина, это какое-то корыто на колесах. Не говори так про мою ласточку. Это, между прочим, раритет. Она мне от отца досталась. Тебе много чего от отца досталось. И самогонный аппарат, и пузо, и маленький язык. Язык маленький, болтаешь много. Вика, ну как ты можешь? Вообще-то в этой машине на заднем сиденье мы зачали нашего ребенка. Мне кажется, что в этих «Жигулях» даже тебя зачали. Мне вообще кажется, что эта машина просто въехала в мою жизнь. Ну что ты такого говоришь? Да я в прямом смысле этого слова. Мы с тобой как познакомились? Когда ты меня сбил, когда я шла по пешеходному переходу. Ладно, хорошо. Ты вообще знаешь, что говорят про женщин, которые ездят на дорогих машинах? Что? Что они на эту машину нас собирали нечестным путем. А если ты мне сейчас не купишь машинку, то ты сам себе будешь собирать честным путем. Ладно. Ты моя жена, я тебя люблю. Ты что, серьезно? Ну, ты да, отдаешь да. свою машину? Да. Ну и, Сашка, спасибо огромное. Да, это мое взвешенное решение. Да. Класс. Мужчина, а скажите, пожалуйста, а у вас есть программа по обмену старого авто на новое? Ты что, вообще уже что ли сбрендила? Здравствуйте. Здрасте. Могу я вам чем-то помочь? Какой-то автомобильчик уже понравился? Да нет, вы знаете, ничем помочь не можете. У вас такой машины, как нам надо, нет. Все, поехали. И все же. Ну, смотрите, нам надо максимально дешевое. Да, чтоб жрала меньше, чем моя теща. И чтоб вся была обвешана колесиками, как пароходик, чтобы парковаться было не страшно. Да вы его не слушайте. Нужна такая машинка, ну, для женщины. Вот сколько вот это стоит, например? О, это прекрасная машинка. Отличная модель, правда, немножко дорогая. Да? Потому что она электрическая. О, как электровелосипед. Слушайте, а насос к ней сколько стоит? Кстати, сейчас акция. При покупке данного автомобиля в подарок вы получаете комплект резины. Знаете, машинку мы, наверное, брать не будем. А вот от подарка не отказываемся. Смотрите, 4 колеса, зимняя резина, значит, на «Жигули» 74-го года. Саша,
Вы не могли бы меня ограничить? Какие критерии автомобиля вы хотите? Да, мне бы хотелось машинку, вот как у Машки. Ха! Да у Машки же там подушки безопасности. Не то, что... Да у нее там бампер, у нее фары. Ух, я бы на ней бы прокатился. Что? На Машкиной машине я имею в виду. Тогда как у Наташки. У Наташки, да у Наташки ж Мерседес. Ну и что? А Мерседес чаще ломается, чем сама Наташка. Что? А, нет, это мне Серега сказал. Тогда я хочу машинку, как у... Как у Светки тебе надо машинку, во! А какая у Светки? Вертикальная загрузка, 800 оборотов. Саша! Ты что, не хочешь жить с женщиной, которая счастлива, которая хороша собой, которая ездит на собственном авто, которая красивая? Я с тобой разводиться не собираюсь. Дурак! Так, я считаю, что моя любимая жена должна ездить на самой дорогой машине. Полностью с вами согласен. Поэтому мы идем в салон Бентли. Так, Саша, я второй раз на это не ведусь. Он меня так из ювелирного вытащил. Скажите, а можно вот в нее зайти и сесть там? Конечно, конечно, прошу. Я ж просто одним глазком. Пожалуйста, Сашка. Пожалуйста. О, боже, 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 боже! Какой кайф! Ой, случайно закрылась. Как теперь выйти, не знаю. Викусь, давай, выходи оттуда, выходи. Я не выйду. Если я выйду, я потом сюда никогда не зайду. Ну ладно, сиди, они все равно скоро закрываются. Кстати, у нас сейчас прекрасные условия кредитования. На эту машинку всего 25 тысяч в месяц. Сашка, ты что там считаешь, да? Не, регистрирую тебя в такси Uber, в такси Три Семерки, в такси Жлоб, в такси Школьник. Зачем? Ну тебе же надо будет как-то натаксовывать 25 тысяч гривен в месяц. Знаешь что, Саша? Как меня уже эта твоя жадость заеб... Понял? У всех мужья как мужья, у меня какой-то хан... Топанный! Прошу просто купить мне маленькую машинку, а он мне предлагает всякую... Ой! И вообще, вот попросишь у меня свои любимые пельмешки, я тебе полную тарелку гав... Добавляю, понял? И лепи из него, что хочешь. Знаешь что, Вика, ты... Да не то, не то, нет. Ты! Умеешь ты сюрприз испортить! Я купил тебе машину, купил! С Америки ее гонят уже! Правда? Правда. БУ немножко, но тем не менее. Классная машина. Выходи, я покажу фотку. Ага. Вообще бомба просто. Зацени. Это же Волга. Прикинь, еле нашел. На Кубе. Там они еще остались. Офигенная тачка вообще, смотри, 40 лет, а как новенькая. Да она старше, чем я. Но выглядит лучше. Саша! Вика, что ты начинаешь? Там зимняя резина нулевая идет, ни разу не каталась по Кубе вообще. Да иди ты в баню, я хочу вот эту машину, купи мне эту машину, я хочу! Не-не-не, здание заминировано, срочно закрывайте все, я только из Китая. Обомляйте! Дизель-шоу. Вика! А? Далеко еще? Еще 5 метров. Ага. Вика? Да. А это что за сюрприз такой? А если я скажу, это уже не будет сюрпризом. Ага. Вика? А, да. А это сюрприз для меня? Для нас обоих. Но для тебя он более неожиданный. Так, Вика, если ты меня привела в ювелирный магазин, то учти... Я на всякую фигню деньги тратить не буду. Я вообще не люблю деньги тратить. Я знаю, Сашенька, это о тебе давным-давно. Ну так что, можно открывать? Сейчас, секундочку. Мера предосторожности. А? Викусь, ты что, меня привела в оружейный магазин?
Моя ты рыба. Па! Понял? Карточка у тебя в кармане, я видела. Пин-код я знаю. Так что в этот раз шубу ты мне точно купишь. А могу чем-то помочь? Да, где здесь выход? Здравствуйте. Здравствуйте. В полицию позвонить не получится, потому что с продавцом я уже договорилась. Я надеюсь, камеры выключены? Конечно. Благодарю. Хорошо, ты... подготовилась к Новому году. Не только, Сашенька, еще к десятилетию нашей свадьбы. Ты мне сам сказал, на десятилетие я куплю тебе шубу. Сказал? Я же не отказываюсь. Но ты же сама говоришь, что жизнь со мной у тебя год за два. А на двадцатилетие я ничего не обещал. Пойдем просто дома выпьем. А ну все. Стоять! Понял. Давай просто посмотрим, что... Нет, Саша. На просто посмотрим я уже не соглашусь. Я согласилась тогда, когда ты меня привел в стриптиз-клуб, а теперь нет, ты мне купишь шубу. Пекусенька, солнышко, ну зачем тебе шуба? Потому что у моих подружек у всех есть шубы, только у меня нету. Вот за это я тебя люблю. За то, что... За то, что ты у меня не такая, как все. Ты у меня уникальная. Сашенька, я тебе сына родила? Да. Ты мне шубу купи! Сравнила шуба и родить! Что ж там рожать? Оп, на, все. Саша, если ты мне не купишь шубу, этот ребенок будет единственным! Спокойно! Спокойно! А я так понимаю, вы выбираете жене подарок. Получается, что да. Замечательно. Скажите, а есть у вас конфеты, шампанское? Нет! Я хочу шубу! Вы можете что-то посоветовать? Викусь, ну что он тебе может посоветовать? Господи, это же всего лишь продавец. Это все равно, что у твоей мамы спрашивать, с чем мне лучше идти на рыбалку. С мотылем или с червем? А скажите, пожалуйста, да. Вы хотите шубу из новой коллекции или из старой? Да. Потому что на прошлогодние у нас скидка 10%. Да. 10%? А, слушайте, а есть у вас шубы десятилетней давности? Ну, такие, чтобы бесплатные. Мы отсюда без покупки не уйдем! Чистила? Да. Ладно! Давайте, вот этот ваш дихлофос от Моли. Саша, не будь таким жлобом! Хорошо. Давайте самый дорогой дихлофос. Ты что, вообще меня не ценишь, что ли? Ну ладно. Давайте дихлофос из последней коллекции. Что? Саша, не хочешь покупать шубу, купи полушубок. А что, можно было так? Да за 10 лет хоть как-то можно было бы. Господи, ну что надо было сразу с этого начинать? Скажите, а есть у вас одна пятая шубок есть у вас? Саша! Ну, Вика, ну зачем тебе целая шуба? Ты в пяти шубок отлично влезешь. Позвольте обратить внимание. Посмотрите, пожалуйста, вот в этой шубке вы будете как Бьонси. Да. А вот в этой как Мадонна. Да. Скажите, а есть у вас спортивный костюм? Потому что она фанат Дзидзё. Саша! Вика, ну неужели ты хочешь носить на себе кладбище? Что? А то, Вика, этих маленьких зверьков сажают в камеры, травят их там газом, а потом с полуживых сдирают шкурки. Сашка, ты если мне шубу не купишь, я вот это все с тобой и сделаю. Нет убийства животных! Нет убийства животных! Нет убийства животных! Опять этот идиот! Все, я вызываю полицию, закрываю магазин! Никакой полиции, пока он мне шубу не купит! Нет убийства животных! 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 Сейчас ваш магазин загорится синим пламенем! Блин! Подержите? Да, хорошо, Саша! Давай. Нет убийства животных! Но!
Сейчас, ваш магазин! Сейчас, Сергей, что ли? А при чем здесь ваши животные к моей шубе? А при том, Викочка, представляешь, эти маленькие зверушки бегали по полю, любили друг друга. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Мы будем всегда вместе. Нет! Идут люди, которые делают из нас шубы! Нет! Нет! Сашка, я согласна. Мы не можем их разлучать. Да, правильно. Мы купим обе эти шубы. Вика, ты понимаешь, что если ты купишь шубу, ты поддержишь людей, у которых руки по локоть в крови? Ну я же молчала, когда ты Таврию покупал! Ты же поддержал людей, у которых руки по локоть из задницы торчат! Александр, если вы волнуетесь по поводу качества, совершенно зря. Наш салон работает на рынке более 20 лет. Я-то думаю, что у вас все цены в купонах еще? Нет, на эту модель цена в долларах. Вика! Викуся, а давай я тебя просто на фоне шуб сфоткаю? Ну, как ты меня на фоне Каена, и пойдем домой. Маша! Викочка, да. Хотите примерить? Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет. Саша, нет. Я просто примерю! Нет, Вика, да. Мы не знаем! Вдруг у тебя аллергия на меф? Нет у меня аллергии, да я просто померяю! Ты говорила точно так же про обручальное кольцо, в итоге мы 10 лет живем вместе! Вика, нет! Я просто померяю! Нет, Вика, перестань! Господи! Все, тихо, успокойся! Александр, а? Если вы волнуетесь, то совершенно зря. Заплатить можете завтра. Сегодня просто оставьте залог. Вика! Ты слышала? Вика! Ты слышала? Что? Залог! За что? За вот этого вот мексиканского тушкана! Я оставляю залог вот этого николаевского муфлона! Давайте верить! Давайте. Я немножечко вспушу. И еще. Я не знала, что это вот так. Саша, ты что думаешь? Я вообще дура? А ну быстро бросил оружие! Все, Викусь, ты понимаешь, если мы купим эту шубу, это очень много денег. Александр, позвольте ваше внимание. Вот как будто вас ждала модель очень экономная. 50 тысяч. Натуральный писец. Викусь, ты слышала? Сам продавец говорит, цены, мол, у нас писец вообще. Саш, может быть, мы посмотрим какую-то более дешевую модель, не такую экономную. Да. Есть кролик 25 тысяч. Что? Кролик 25 тысяч? Да для нас это тот же самый писец. Ой, а сколько стоит вот эта шубка? Викочка, у вас прекрасный вкус, прекрасный. Да? Это самая дорогая модель в нашем салоне. Что? Я думал, ты хочешь чихнуть. Ну, а там мало ли. Саша, я просто померяю все. Давайте. Сигаретку. Нет, спасибо. Блин, я за 10 лет супружеской жизни из нее таких звуков не слышал. Класс. Вы никогда не отмоетесь от крови убитых животных. И ваши шубы тоже. Да что за дичь, что это такое?
кстати, еще у нас в магазине акция. Покупая шубу, вы получаете в подарок вот этот замечательный шарф. Эх! Ладно! Берем! Шубу! Да какой же шарфик берем? Так, так, тело, что самая дорогая шуба. Мне срочно нужна самая дорогая шуба. Самая дорогая. Вот вообще, самая-самая дорогая. Мне нужна шуба дорогая! Яночка, ну я просто лайкнул ее фотографию. Что ты так завелась? У меня ничего не было. Мне пофиг, я просто хочу самую дорогую шубу. Где у вас самая дорогая шуба? Добро пожаловать к нам в магазин. Обратите внимание, вот самая дорогая шуба. Какой мех, какой крой. Им шуба, нам шарфик. Пупсик, мне это нравится. А ничего, что это занята шуба? Простите, я просто думала, что это манекен. У вас просто лицо такое отрешенное. Ты бы своим пожила 10 лет, у тебя не такое было бы. Саша, мне нужно покрасить волосы, а мне нужно покрасить гараж. Саша, мне нужно в спа-салон, а мне нужен газовый баллон. Саш, ну хотя бы педикюр, напильник на балконе. Вот, Пупсик. Мы должны эту дворняжку выкупить из рабства. Бусинка, ну вечно ты домой приносишь каких-то бездомных котят и собачек. Давай не будем никого брать в дом, я просто куплю шубку этой дворняжки, и мы отпустим ее на волю. Эй, рабочий? А, да. Значит, вот эту самую дорогую шубку мы берем Яночке. А дворняжке, ну, ту, на которой она ткнет лапкой. Алло, я не понял. А что это ты моей жене шубу покупаешь, а? Потому что я просто могу себе это позволить. Я могу позволить купить шубу своей, твоей и моей. А вот ты себе этого никогда не сможешь позволить, хозяин дворняжки. Что? Это я не смогу позволить? Вика, выбирай все, что хочешь. Правда? Да! Тогда! Тогда! Убийцы! Тогда! Из последней коллекции самую дорогую! Баночку дихлофоса! Ух! Давайте две! И бомбоны из кролика! Дизель-шоу. Так, девушка, записывайте. Анжелика дура, Какалия дура, Трахера дура. Нет, я не на подруг жалуюсь. Так, дайте мне менеджера, который в цветах разбирается. Идем, идем, Сашка. Идем, идем. Викусь, ну что мы сюда прёмся, а? Слушай, я тебе говорю, давай я тебе куплю цветы в апреле. Ну так реально дешевле. Или хочешь, я одену свои труселя в ромашку и буду все время перед тобой 8 марта дефилировать. Оп, оп. Тогда я... Каждую пятницу буду надевать трусы с пивом и орешками. Класс! Знаешь что, Саша? Это необычный магазин цветов. И тут цветы стоят дешевле, а стоят дольше, не то что твои ромашки. Зато мои ромашки поливать не надо. А вот лучше бы полил, а то они уже запяли. Так. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Может быть, вам что-то подсказать? Да, подскажите, пожалуйста, такой цветок, чтобы я вот это один раз купил и 10 лет к вам не ходил. Ну, в принципе, у нас все комнатные растения многолетние. Угу. Может быть, у вас есть какие-то пожелания? Нам что-нибудь попроще такое, ну.
Так, попроще. Попроще – это гибискус, сансевьерия и панданус. Гибискус мне в панданус. Я вообще-то думал, что цветы попроще – это там фиалки, ромашки. Есть и такие – фиалка розетикус и ромашка матрикария. Хотите, подберем? Вы сейчас от балды название придумываете? Нет, это полное название цветов. У нас есть несколько видов ромашек. Давайте рассмотрим. Не надо рассматривать ромашки. Ромашек... О, полные штаны ромашек. А что у вас берут чаще всего? Чаще всего берут сансевьерию. Или, как его еще называют, тещин язык. О, не-не-не-не, Вика, нет. Даже не трогай этот цветок. Почему? По-любому ядовитый. Ну что вы, это абсолютно безобидное растение. Не может быть растение безобидным, если у него в названии есть слово «теща». Давайте какой-то другой. Вот этот нормальный у вас или вот этот? Смотря для какой комнаты. Нам в спальню. Ага. Это лютик трахенс, он в спальню не подходит. Чего не подходит? Не, ну лютик да, ну а второе название – это просто огонь. Не, нам как раз наоборот лютик подходит. Только нам надо лютик вялый или лютик чахлый. Так, есть такой? Вика, перестань. Давайте какой-то другой нам покажите. Ну, можем рассмотреть более экзотические. Например, вот опунция хожапензис. Какая опунция? Хожапензис. Секунду. Ты куда? Пойду посмотрю, мы точно в магазине цветов или мы в секс-шопе? Просто все комнатные растения имеют свои специфические названия на латыни. Ну-ну. И почем этот ваш писапопа стоит? Похоже, у нас нет такого. Не, это он про ваш вот этот хожапензис. А, хожапензис 1500. Да на хожапензис он нам надо. За такие бабки, ты что? Давайте что-то другое, попроще, не знаю. Ну, можем рассмотреть еще писофакус Андерса. Неплохой цветок. Я, пожалуй, писофаку возьму. Я не хочу писофаку, ну, Саша! Да я не тебе, я шефу моему. Прикинь, у него в кабинете будет стоять вот этот вот цветок, и только один я буду знать, что он каждый день писофаку нюхает. Ну, или хожапензис можем взять. Вообще-то мы не шефу подарок выбираем, а мне. Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот тот, вот какой вот цветочек? А, вот? Это Ебермайра дебилис. У вас тут что, все прям для моего шефа? А вот это? Аристолохия обыкновенная, но это очень дорогой цветок, 8300. Мне нравится. Вика. Ты хочешь, чтобы меня во дворе все аристолохом обыкновенным обзывали? Купил куст какой-то за 8000. Ты в своем уме вообще? Скажите, а есть что-то подешевле? Могу предложить аморфофалус вонючий. Не надо нам такое даже предлагать. Нет. У нас такого и... Я мою. Я бы вот взял, реально, в бухгалтерию отнесу. Они мне уже 2 месяца премию не выписывают. Да, да. Ой, извините. Магазин комнатных растений, добрый день. Что вы говорите, купили у нас амброни херодофила и она завяла? А вы поливали, точно? Скажите, а может быть у вас рядом мамиллярия хернандези растет? Да, вот и причина. Дело в том, что херодофила с хернандези не уживаются. Слышала, Вик? Это получается, мы с твоей мамой как амброния и мемилярия. Хернандово уживаемся. Угу. Слушай, а ты, Хернандес, заткни свою амбронию и пойдем посмотрим еще. А мы сейчас вернемся, мы на стенде. Ага. Пусть, конечно. Здрасте. Скажите, добрый а у день. Вас есть паны? Дело в том, что у нас магазин живых цветов, и тюльпаны есть только в клубнях. А, какая разница? Жена сказала, люблю тюльпаны на 8 марта. Вот, сколько стоит? 1 клубень, 2 гривны. Ни хрена себе, у вас цены. А может, у вас еще и доллар по 8? Люблю юмор. Ну,
давайте это... Сколько? Ну, давайте 10. А нет, это ж праздник, 11 давайте. И заверните красиво. О! О, класс! Крутой букет. Слышь, Викусь, так может, давай и тебе тюльпанов возьмем, а? Не-не, тюльпаны мне не подходят, мне их негде сажать. Да мы вон в этот горшок напхаем их и все. Не-не-не-не, там уже хирианус посажен. Я пойду гляну, есть там у вас табличка 18+. Что это вообще за названия у вас такие? Саша. Что? А вот, кстати, у вас цветок неправильно написан. Почему? Правильно писать. Хер гея. Что вы? Это гехера. Гехера тонкая. Саня, пойдем, наверное, лучше в обычный магазин. Не-не-не, Викуся. Нет, давай здесь останемся. Тут реально наржаться можно. Чего ты? Гребаный кибастуз. У вас и такой цветок есть! Ё-моё, покажите хоть, как он выглядит. Нет-нет, извините, это у меня вырвалось. Просто сумма по смете не сходится. Слышь, Викусь, давай, может, кактус возьмем? А чё, прикольно, его поливать не надо. Ты видел, какая сейчас цена на коммуналку, ё-моё? Кактус взяли, отлично. Вот этот кактус, который вы держите, это педиокактус. Ему нравятся другие кактусы? Не знаю. А чё он тогда педио? Дело в том, что с греческого педио означает равнина. Эти кактусы растут на равнине. Я так чувствую, у моего шефа в кабинете оранжерея намечается. Сон. Так, вот тут, мне кажется, он лучше всего будет смотреться. Да, я считаю, что педиокактус должен обязательно стоять возле хергея. Это гехера. Гехера тонкая. Ну, они там разберутся. Саня. Давай. Здрасте! Здрасте! Значит так, слушай, мне 5 разных цветочков. 5 разных цветочков. Вот это ты, мужик, накосячил. Ничего не накосячил, просто у меня 5 женщин. Я уже 2 раза путал имена. А так на подоконник гляну, понимаешь? Если, значит, ромашки, значит, у Наташки. Фиалки, значит, у Галки. Пионы, значит, Антон. Ну, Антонина, то есть, понимаете. А, да? Ну, понял. Не, мужик, тогда тебе не в этот магазин. Тут, вон, Аристолохия, Пуеблана и Бельмания. Я боюсь, что с такими именами ты девушек не найдешь. Хотя, вон, для Антона можешь педиокактус взять. Да? Гребаный кибастуз. Этого нет. Разобрали. Он, хиринанус можешь взять. Сам ты хиринанус, понял? Еще обзываются. Я пойду в другой магазин потрачу. Мужчина, если вы не разбираетесь в цветах, нечего ругаться. Что? Сашка! Что? Я нашла цветок для тебя. Анимон Бухарика. Очень ой, смешно. Вот это даже больше тебе подходит. Молотус хуена. А это, смотри, колонхоиш изофила, прям твое. Ха-ха-ха. Тогда ты знаешь что? Тогда ты красная секстония. Чего это? Красная, потому что стыдно, а секстония, потому что симулируешь. Кто же? Здравствуйте. Добрый скажите, день. Пожалуйста, у вас есть ебельмания желтошиповая и аброния херодофила? Конечно. Че, тоже шефу на подарок? Нет, я просто их хочу скрестить, чтобы получилась ебеброния херожопофила. А нахер? Херофила. Ну зачем, в смысле? Ну как, это же здорово, когда появляются новый вид растений. Бабу тебе искать надо. Вот, пожалуйста. Вот, лохус обыкновениус. Не разбирайтесь вы вообще в цветах.
Так, вы что-то будете брать? Да с этим ничего не возьмешь. Ладно, давайте вот эти вот тюльпаны в клубнях. Сколько? 15 штук. Так, 15 штук, с вас 30 гривен. О, это мне подходит, нормально. Так, только не забудьте, к клубням еще нужен грунт, удобрение, дренаж, средства от вредителей, субстрат и горшок. Итого 3630. Писофака у вас сразу в горшке идет? Сашка! Да? Я не хочу писофаку! Не хочешь писофаку, будешь ромашки на трусах моих нюхать. Хорошо! Черт с тобой! Тогда беру еще молоту с хуением. Для шефа в подарок. А, для шефа. В смысле для шефа? Да это... Ой, случайно зашла в кабинет, а он там... Вика, я не понял, что ты... Что ты... Ты серьезно, что ли? Дизель-шоу.